Всем привет, друзья, подписчики мои, и сейчас мы направляемся на одно озеро. Оно находится очень далеко в лесу на поле. Туда, конечно, добраться просто нереально на какой-то такой простой машине. То меня вот знакомый подогнал вот такой вот УАЗик, где проходимость просто нереальная. И сейчас мы поедем на то озеро, так как он там был, и поймал, говорит, 3 щучки. И говорит, раков там много сидят в камышах. Говорю, о, это меня заинтересовало. Поехать половить раков, так как заскучал уже за раками. И, ребята, думаю, также будет очень интересно. А потом мы опустим камеру под лед. И если мы увидим там рыба какая-то есть, то мы в следующий раз приедем туда, половим, поставим жерлицы на рыбалку. А сейчас мы направляемся в разведку на озеро за раками. Ну что ж, погнали на таком вот УАЗике. Это будет сейчас просто круто по такой грязи луже проехать. А мы погнали с Бобой. Боба, Боба, пошли, пошли, поехали. Вот такой вот аппарат. Как здесь круто. Какой руль крутой. Салон просто обалденный. Пошли, пошли, Боба. Поехали. Поехали, Боба. Этот аппарат, блин, жрет, короче, 50 литров на 100 км. Вот эта зверь, тан просто отдыхает. Так, вот бак такой, заправили. Погнали. Это круто, такой, на охоту куда-то проходимость, конечно. Может, как-то и поедем, на охоту будем брать. А сейчас поехали мы на рыбалку. Заводим. Так. Все, погнали. Ох, блин. Вот это аппарат. По болоту, по грязи, по снегу и будет страшно ничего. Блин, дворники не работают, как это их протереть? Все вручную. Так, все, поехали дальше. Ох, блин, какая дорога. Жесть. Да, Боба, прорвемся. Так, еще одно препятствие. Да, Боба, сейчас прорвемся, блин, на очень крутое озеро. Там наверняка есть рыба и раки, так как туда добраться очень тяжело. Мало кто знает. Да, Боб, красава, едем, молодец. Блин, сели, ребята, буксуют так. Здесь, ну, я просто не шарю, здесь, видно, как-то газ нужно втопить, чтоб не всрался этот УАЗик. Ладно, сейчас дам газу, и я думаю, выберемся, так как это, блин, УАЗик. Поехали дальше. Я думал, какие-то ветки подложить, но думаю, сейчас прорвется. Поехали. Hit a shooting at the wrong place.
counter stacking up. These niggas still get their money, I'm stacking up. Aye. And they packing, so I'm fussing up. Фу, доехали! Есть, наконец-то, переживал, чтобы это не развалилось, блин, не заглохло. С таких, блин, я болот, короче, выезжали. Ну да, это круто, проходимость, конечно, класс. Жаль, что, конечно, погода такая плохая. Но ничего, думаю, блин, здесь, на этом озере, есть и рыба, и раки. Где мы сейчас сегодня проверим. Там что-то приготовим, потом вкусненькое. Он находится очень далеко, сюда добраться. И мало кто знает. И это мне очень нравится, что, блин, может здесь действительно есть и рыба, и раки. Где мы сейчас половим, проверим. Где мы сейчас попытаемся половить раков. Там палку сейчас сделаем такую. Будем под камышами делать прорубь и сотреть. Если что, наловим что-то, отварим. Взял котелочек, блин. Класс. А в следующий раз приедем сюда на рыбалку. Пошли, берем топорик. Сделаем сейчас палку, чтобы ловить раков. И пойдем ловить. Я думаю, лед крепкий. Ох ты что. Да, лед крепкий. Блин, погода, зима такая. Вчера была такая крутая погода, я знаю. А сегодня, блин, снег, дождь. Будем валить, короче, на остров. Так что, ребята, если не будет долго видео, неделя вторая, так что знайте, что я, блин, погнал. А потом весна, куча работы, лучше походы куда-то ездить. А сейчас лучше действительно куда-то переехать. Зашел вот такую вот посадку. Здесь такие вот кустарники. Хочу вырубить две палки. На одну привязать камеру, проверить прорубь. Или есть рыба, а с другой сделать такую вот палку. Если будут раки, то это будем ловить. Погода просто жесть. Но нас не остановило с Бобой сидеть в дома. Так как знаю, что ребята ждут среди недели какой-то видосик, то выехали проверить сразу и прокатались на таком джипе. Отдай палку, Боба, блин. О, помощник. Все, ребята, привязал камеру вот так на палку. И пойдем сейчас проверим. Или здесь есть рыба, потом посмотрим. Здесь вот такие вот лунки. И наловил. Боба, ты куда? Говоришь, что здесь и бобры есть. Поищем потом. Все, и опускаем, посмотрим, или есть рыба. Проверили, если что-то будет там интересное на камеру, я вставлю, конечно, посмотрим и приедем в следующий раз. А сейчас пошли там под берегом, где ручей, он говорит, что есть раки. Пойдем сейчас вот на палку приделаем два стержня, таких вот металлических, и будем вырубывать, смотреть, там такая вот канава еще течет. И где, если есть раки, будем ловить. Ребята, посмотрите, а вот здесь бобер живет. Вот он грыз. Маленькие веточки, вот большая, погрызанная. Вот он здесь плавает. Сейчас подмерзла. Боба, Боба, искать, искать бобра. Бобра искать, Боб. Там? Там он, да. Молодец. Спрятался он под водой, да, Боба? Где-то там в корнях его домик. Взял таких вот два стержня. Сейчас вот мы примотаем на палку их. Если будем видеть рака, то мы их будем вот так вот ловить. Так, здесь видно очень толсто.
промежуток нам нужно потоньше. Все. И в этой местности, говорит, блин, в камышах рака столько. Это меня заинтересовало. И я поехал такой вот погоды. Так как они вот действительно уже здесь вода прогревается, уже заливчик, они вылазят. А там дальше такая вот канава, залив, где вообще нет льда. И может там стоит рак. Где этот боба? Нюхает. Там бобры, ветки погрызенные. Нюхает, ходит. Ищет. Все. Если будет рак, все, мы его схватим. Или даже маленький. Все. Ну, маленький, конечно, будем отпускать. И с икрой, так как весной сейчас много раков с икрой. Ну что ж, пошли смотреть в корчах этих ветках. Есть, там я увидел одного рака, ребята. Есть. О, сидят. Да, Бобка? Поймал одного. Они, конечно, вялые еще. Боба играется. Да, знаешь, что это такое уже? Кусали тебя, да? Вот такой вот есть первый рак, ребята. Блин, просто долбать надо, искать. Быстрее бы растаяло и придем сюда. Полой, может, в гидрокостюме и подводная охота. Это будет вообще крутяк. Пойдем на канаву, наверное, так как это очень тяжело. Но да, правду говорил, что это видел. Раки есть, сидят. Пришли, вот вытекает речечка с этого озера. Боба, Боба. И Боба что-то там уже услышал. Что есть раки, Боб? Красава, блин. Так же ищет. Сидят под берегом, ребята. Даже Боба услышит. Так, сейчас пойдем достанем одного. Так, как эту камеру установить. Сейчас, сейчас, Боба. Пойдем. Даже я заметил, что сидят здесь раки. Да-да-да. Вау! Ничего себе, блин! Какие здесь раки! Ребята! Посмотрите! А я смотрю, что-то Боба слышит! Вау! Да-да, тихо-тихо, Боба! Огромный! Ребята, посмотрите какой! Обалдеть! Без икры! Класс! На, Боба! Рака-гиганта! А, боялся? Да-да-да! Он может укусить сильно, Боб! Взять, взять! Молодец, взять! Ничего себе! Давай, давай! Давай! Молодец, давай! Круто! Так как здесь уже нету льда, и он сюда, короче, видно с этого озера, повылазил и греется уже. Сейчас пройдемся. Поищем, еще половим. Thank you.
Посмотрите, сколько я поймал здесь раков. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. И один хорошенький. Вау, как я заскучал за ними. Они еще такие вот вялые, после зимы вода холодная. Но они уже вылазят прогреваться. Класс, разведал такое вот озеро. Оно находится очень далеко в лесу, блин, мало кто о нем знает. Приедем сюда весной, я думаю, блин, наловим здесь и на раколовки, и я думаю, подводный костюм оденем и поныряем. И может раков наловим, и подводная охота будет. Я думаю, будет супер, хорошо, что поехал, так как, блин, думал, проснулся, блин, идет снег, дождь, блин, такая погода, куда его ехать. Но, блин, разведал. И не зря. Есть раки, посмотрим потом. Или там есть рыба, если что. Приедем сюда порыбачим, поставим жерлицы. А сейчас пошли в лесок. Есть котелочек. Отварим и перекусим такими вот раками. Так что погнали. Ах, пришли вот в лесочек. Развел вот костерчик. Повесил котелок. Такую нашел сухую березу. И вот березом привязал ее скотчем. И отлично. Наливаем воды. И сейчас быстро отварим наших раков. Погода просто ужасная. Замерзли так, чтобы не заболеть. И берем, солим нашу воду. О! Высыпаем, сколько здесь есть. Соли нужно много. Перчим. И это будет крутяк. Сейчас раков я и не думал. Укропчик, там думал кое-что другое приготовить, но уже нет когда. Так как намерзлись сегодня. И отварим сейчас наших раков с укропом. А в следующий раз приготовим то, что я запланировал. Все, укроп уберет запах и даст насыщенный вкус ракам. Варятся наши раки с укропчиком. Это класс. Да, Вовка, и ты замерз? Ничего, сейчас отварим раков. А ты замерз? Нагонялся мокро, сыро, то дождь идет, то снег идет. Но, как говорится, у погоды нет плохой погоды, да, Боб? И ты хоть нагулялся. А то б сидел бы там. Что, Бобка, ждешь рака? Ах, будем доставать, пробовать. О, какой хорошенький. Вкусно. Я никогда еще не варил с укропом. Кажется, вкусно. Но можно или укроп кидать, или лук. Он вытаскивает этот запах и так придает вкус. О, и вот этот авторитетный. Посмотрите, какая махина. Это обалдеть. Я давно таких раков не видел. Так как на этой речке выбивают их. А вот на таких озерах они вот вырастают. Видно, никто их здесь не трогал. Это обалдеть. Здесь, блин, клешня такая, как моя рука. Посмотрите. Это нереально. Я таких не помню, чтобы я таких раков ловил. Клешня, блин, в ладошку. Редкий рак, реально. Так, Боба, это моя клешня уже. Блин, а понырять, чтоб там. Это вообще, я думаю, там можно таких набомбить, там выросли такие. Класс. Так что, кому понравилось, ребята, как мы разведали такое вот озеро на таком вот джипе и наловили раков, приедем туда в следующий раз, расставим какие-то жерлицы, еще очень интересно, так как говорит, что там ловил, есть щука.
и порыбачим еще, и половим раков. Так что пиши, ставь лайк, кому понравилось сегодня такое видео. Всем пока. И пока мы не закончили этот выпуск, хочу порекомендовать вам моих старых друзей Диму и Андрея. У них очень интересный канал, называется «Простые парни». Они с каждым видео делают свой контент лучше и интересней. Заходите к ним на канал, смотрите их видео и, конечно, не забывайте подписаться на них. Давайте им поможем лайками и подписками. Передавайте от меня привет. Всем спасибо, всем пока.